сделали, да? Вик, лучше да. многих. Ну скажи мне, как Понял. Тебе? Лучше многих. Не-не-не, как тебе, понравилось, не понравилось? Отлично. Отлично. Особенно, Сынули, как? Особенно после Алексей, обеда. Ты испугал, пугался, нет? Вы обедали? Не боялся? Боялся. Лодку кренило? Да. Ну немножко так, хоть так. Руки расставлял? Вот так вот, ну, в стороны. В стороны руки расставлял? Вот так вот, типа, как самолет, смотри. Не? А мы даже сюда мы... Нормально. Ну ты не боялся, тебе нравится. Регата. Саш, ну как тебе регата на самом деле? Да, я в восторге. В восторге, правда? Да, меня... Не, ну ты. Что, ты не жалеешь, что Игорюха тебя пригласил? Да ты что? Я тебе вообще благодарен. Парни, ну как ваш первый поход? Нормально. Нормально? Понравилось? Понравилось, да. Что понравилось? Поход. Не, ну что, там паруса крутили, тримили. Крутили, тримили, хотя не знаю, что такое тримили, но что-то с ними делали. Ну, тянули веревки? Тянули веревки. Лех, у тебя что там? Что сегодня понравилось? Первый испуг, наверное, был такой вот самый, когда... Когда наклон такой сильный. Крен пошел, да? Ну, нормально, то есть. Ну, тут все, мужики, то есть, штаны-то вроде как бы не мокрые. Тань, как тебе понравилось? Мне очень понравилось. А что понравилось, Тань? Все понравилось. Ну, ты сегодня в первый раз? Я первый раз. А? Спинакер? Ты... Я работала триммером. Ну такая розовенькая вся, прямо такая, прямо воздушная. Загорела, да, вообще молодец, клево. Молодец. Спинакер Грозно, да? Да. Сильный. Два раза. Сильный спинакер, да? Два раза. Молодцы это. Ну, подняли его? Поставили? Да, да. Пошли немножко да, под ним? Пошли. А потом посложили, да? Поставили свежими и здравыми. Отлично, это да, здорово, молодцы. Серега, ну ты первый раз в Адриатике с нами. С вами, да. Да, ну как тебе? Мне очень хорошо. Нормально? Да, мы продули одной очень резвой яхте. Да ладно, это не и было это такой. Это хотим исправить, обязательно. Понятно, без вопросов. Вот. Да. Молодец, и... умница. У нас команда профессионал. Парни, вы сегодня первый раз? Да, да, первый раз. На море. Ну как, вообще, какие ощущения? Отлично. Отлично, а что понравилось? Ветер. Особенно язык. Язык? Да. Да, отлично. По-словенски. Да, у вас славянская команда. Ну нормально. Спинакер как? Ощутили? Ощутили. А мощь моря ощутили? Да. Ветра? Да. Нормально, хорошо. Что понравилось, Антон? Рыбки. Рыбки? Сколько? Три. Три? Отлично, хорошо. Они самые симпатичные. А ты там записываешь? Да, да, записываю. Спинакер удалось поставить? Мы не сюда. Нет, у нас там люди живут. Понял? Понял, отдыхает. Комаров? Нет, мы у туалета. Понятно. Ясно. Слушай, дорогой, ну скажи мне, то есть, а удалось ручки покрутить? Настроение поднять? Да. Ощутил я себя морским волком? Вот, за штурвалом был? Но... Красавчик. Почти в Италию ушли. Молодцы, в офшор вошли, да? В море в открытое вышло, все было нормально. Гранцы сказали, давай домой. Ну нормально, хорошо. Мне очень понравилось. Ну, как тебе? Мы крены были, нет? Крены были, мы теперь разговариваем только по-хорватски, потому что не можем. Ну, на самом деле у вас этот самый шкипер-словенец, но если вы по-хорватски разговариваете, это хорошо. Супер. Нормально? Впечатление вообще офигеть. Офигеть, да? Да, мне очень нравится. Ну, то есть не жалеешь, что поехал? Нет. Классно? Нет. Рекомендовать буду всем остальным. Ну, ладно, нормально, молодчага. Хорошо. Скажи мне, а паруса-то поднимался, ничего не делал? Да ты что, рулил, поднимал, чуть два раза за борт не упал. А зачем, Сереж? Ты рыбу видел, что ли? Да, пацаны поймали за ногу. Ну, нормально, молодчага. Красава. Скажи мне, как тебе понравилось? А где именно? Ну, вообще, то есть сегодня... Ходил под парусом? Вот так. Ну, первый раз у тебя? Да. Ну, не жалеешь, что пошел? Абсолютно. То есть, молодец. Повторим обязательно. Ну, подержать, покрутить, повертеть, да. Понятно. Ну, то есть, ты в хорошем настроении? Отлично. Вообще, то есть, сейчас море. Сейчас туда залезли? Да, и как? Отлично. А сейчас мы сюда пойдем. Лев, как тебе понравилось сегодня? Вообще. То есть, ты... Я не ожидал, я думал, что фигня какая-то, а оказалось... Ой! То есть, ты что, паруса, что ли, поднимал? Я... Сегодня? Сегодня было фантастическое. Слушай, ну а ты что-то сегодня делал? Да-да. Что делал? Все делал. Все делал что? За борт ходил? За борт не ходил, но у нас сегодня было обучение. Ну? Да. Фотозор и зор. Поднятие паруса и... Ну что, подняли парус, нет, сегодня? Подняли парус, почти порвали. Почти порвали? А слушай, а спинакер поднимали? Спинакер не поднимали. Сегодня спинакер не было. Да. Можно я скажу? Зато мы его ни разу сегодня спинакер не роняли. Молодцы, красавцы. Дима, ты как всегда красавец.
Как тебе сегодня понравилось? Нет, скажи. Не, отлично, я валял дурака. Кто был дураком? Рома или Лёва? У меня нет других кандидатов. Почему? Но ты ножки отвешивала? Ты за прибором следила, скажи. Воздухом морским дышала? Дышала. Ну, вообще-то, как понравилось, то есть не страшно? Испугалась там? Крен был, нет? Крен был. Испугалась. Молодец, Мария. Ирин, скажи мне, ты же первый раз с нами? Да. А в море? В море нет. А море не первый. Молодец. Ну и как тебе? Как тебе? Мне прекрасно. Ну что-нибудь было, нет, сегодня интересное такое? Запомнилось, что? Нельзя рассказывать. Нельзя рассказывать? Ну ладно, хорошо. А с парусами? С парусами тоже было. Тоже было. Ну отлично, молодец.